Сегодня мы решили приготовить шарлотку с яблоками и хотим показать, как мы это делаем. Давайте посмотрим, что нам для этого понадобится. Нам понадобится 200 грамм муки, 200 грамм сахара, 4 яйца. Добавлю немного сметаны, приблизительно 2 столовые ложки. Также добавлю щепотку соли, пол пачки разрыхлителя, у меня там в пачке 10 грамм, то есть 5 грамм я добавлю. Щепотку ванилина и 3 яблока. Яблоки брать желательно кислые, тогда шарлотка будет вкуснее. Добавляю сахар в яйца, 200 грамм. И хорошенько взбиваю. Яйца я взбил. Взбивал я минут 8. Давайте добавим муку. 200 грамм муки. Добавлю щепотку соли, ванилин, разрыхлитель и добавлю сметану. Две неполные ложки будет достаточно. Все это хорошо перемешаю. Тесто мы перемешали. Вот. Такое оно получилось. Форму застелил бумагой. Смазал края растительным маслом. Так, давайте выкладывать яблоки. Этого будет достаточно. Так, заливаем. Добавлю немного яблок сверху. Ставим в разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут, а там будем проверять. Прошло 40 минут, шарлотка наша готова. Достаем. Обязательно проверяйте шарлотку зубочисткой, чтобы внутри она была сухая. Сейчас немного остынет, вытащим и разрежем ее, посмотрим, как она выглядит внутри. Такая шарлотка получилась. Такая она получилась внутри. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, комментируйте и, конечно же, подписывайтесь.
А также, кому интересно, заходите в инстаграм моей дочери, ссылка будет в описании. Также заходите на ее YouTube канал, ссылка также в описании. Там она выкладывает обзоры на все наши блюда, то, что мы готовим. Всем удачи, всем пока!